Черные ящики Боинга, который разбился в Казани, найдены. Они сильно повреждены. Изучать записи отправили в московские лаборатории. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Они исследуют обломки лайнера, документацию компании «Татарстан» и видеозапись последних секунд полета. Недавно началось заседание правительственной комиссии, уже второе за этот скорбный день. На первом побывали наши корреспонденты и сейчас готовят репортаж. Аэропорт Казани сегодня весь день не принимал и не выпускал самолеты. Его открыли час назад. Сейчас руководство составляет расписание с учетом сложившейся обстановки. Весь день сюда приносят цветы и игрушки. Рядом со входом во второй терминал сейчас небольшой импровизированный мемориал. По погибшим плачут родственники, друзья. Все, кого ужасная гибель 50 человек задела за живое. Одни рыдают в голос, другие стоят молча, глотая слезы, с трудом подбирая слова. Ужасные. Мы искренне соболезнуем всем родственникам погибших. Я здесь по просьбе своего сына и его подруги. Они тоже бортпроводники погибли. Их друзья с ними вместе работали. Погибла наставница моего сына, которой он звонил. Он сейчас находится в другом городе. Он уже ночью звонил, просил отнести цветы. В общем, все скорбим.